Нет, потому что я не приму. Если ты хочешь мне продать, я не надо, у меня есть. Нет, спасибо, у меня есть. Я просто цену узнала. Спасибо. Так, мы в последний раз 6 или в 5 убивали танков? 6. 6 танков, 6 хилов было. На боссе у нас были, значит, Кават, Пианист и Монород, да? И вот. А, вчетвером менялись. В 3 много рискованно. Если у всех троих резист нормальных. Ну, самые нормальные резисты в рейде у кого? Тебя, у Алои, у Войда. У Монорота, у Кавата. У меня Да, вообще вот нет именно. резистов. У Монорота мало резистов. Он там принципиально чарки на голову не делает. Я тоже не делал, кстати, не успел. Народ, тебе западло потратить 100 голды. Тебе дать, может, 200 голды, чтобы ты повесил чарку на резист, а потом ее перебил обратно. 120 стоит. Команда, как это 120 стоит, красавчик. Ты знаешь, сколько голды уходит на эту всю хрень? Каждый раз перечаривался. По мелочи, но за неделю больше косаря уходит. А я ничего не фармлю. Ты тоже будешь в танке, да, Вага? Да я буду, наверное, сферы лопать. Меня босс, скорее всего, сложит. У меня же вообще резистов нету. Кожевки у меня нету, качать я тут не собираюсь. Так, Манорот, у тебя же вроде как кожевка есть, да? И алхимия. А чарка есть у тебя на наруче? Или у тебя еще? Наручи другие. Тогда, блять, я вот теперь думаю, а Редвар у тебя что есть? Какие профы? Ой, у меня профы СДДС, я знаю, у меня нет на танку профы. Пистон есть? Пистон. Блять, тебе тогда на сферы надо. Ну, мы с Редваром будем на сферах. Соответственно, Кават, Спасибо. народ, Алой, на босс. Чё, чарку сделать на голову пойти, наверное. А что Желательно, конечно. Что по хилам? В данный момент пятая группа, вероятно, с вами будет Кир. Тайная где, напомните? Драконий? Да, у драконов. Ой, я бы не скулаю. Ой, ты покажи лут вот через свой атлас. С этого босса. Короче, Гевки поскольку нету, ждем жену Эна, пока с него этот бан. Неправильный пароль снимут. И последний слот, наверное, у нас забьет кровавый взор. Я! Кстати, это... ИП за сбор было? Было. Так обрадовался. Ничего себе, я просто думал, я буду сидеть, сидеть, а, ну, типа, вряд ли меня выберут из 10 человек. Это здорово. Так, ХП, иди перебивайся. Куда-куда? ХП. Так у меня 35 тысяч будет и без усилков.
Объясняю один раз, все абсолютно вкладывают 150 усилков в стан. Кто этого не сделает, вылетит нахуй с рейда. Как ты узнаешь, сделан или нет? А там по хп по общему смотрится, там 40 желательно. Ярости недостаточно. Необычно. Если у меня на пале становится почти 42 куска, соответственно, уроги должно быть 40+. Нет, со всеми бафами. 40 не будет. Даже со 150 усилками и нормально все было. Можно хоть 200, главное, чтобы у тебя 40 хп был. В смысле не будет, у меня на роге 39 без усилков хп. Там раса еще не влияет. А вот это. Ну-ка бафните лапу еще, пожалуйста. Что-то мне не хватает без там. Не, ну у меня вот все. А можете присуманить, пожалуйста? Вар не кричал, а вот. Да, я там, ну, слышал, когда вы в прошлый раз ходили, вы будете говорить, типа, кому давать или смотреть по Омину, кому давать? Кого? А лока нету, это... Сейчас посмотрим. Локи, поставьте питомца. Можно еще раз суммон случайно? О, господи, как все утомительно. Редвар 4-4 есть? Да, должна зайти, как добьем последний слот. 4-4 тут заходит лучше. Нету у тебя 4-4, да? Танчит Редвар. И выйдет. Танчит, Кават, Войд, Монород и Алоэ. Так, сейчас. И просто вынести фреймы, чтоб если там сказали кого. Короче, вот первая группа это танки. Неликс? Неликс это в виде бонуса. Да нам Неликс особой роли-то не сыграет. Это просто так я сделал. Мы с Редваром на сферах. Не знаю, 36к хп, мне кажется, будут складывать. 34 тем более. Всегда делал 150, все было нормально. А рыба уже была у вас, да, поели? Нет. Через 4 минуты, получается, народ должен зайти. Бля, это же Нуэн, не народ. Чё кровавый взор стоит? Что стою просто вот. Порт, Даларан. Усилки 40к. Ну мне сейчас не пробафли, у меня усилки скинуты. Две лапа, рыба 34 у тебя будет. Лапа, рыба, крик варовский. Или там, ты где? Уже скинул усилки? Да, все скинут. Все, царян тогда. Я думал, ты уже их вкинул. У них всего 150 там с копейками. Танки, вы, значит, анонсите, когда там сакру в кого слить. Ну вы поняли. Давай. Сейчас. Две сакры всего твоего. Два вмешательства есть от тебя, от Рыду. Две сакры сойдет. Команда какая-то есть, чтобы лоб записывался. Кавату можно вообще, в принципе, символ на сальву поставить на этого. Это тоже профитно довольно-таки вот именно здесь. Топовый символ видно на этом бусе. Это вот я когда-то в прошлый раз смотрел, вы его так вводите, он бегает туда-сюда, и за ним надо бегать, да? Кават, у тебя какие сейчас символы? Линкани мне в личку просто.
Могу таунт на... Ой, символ на таунт заменить, и тогда будет. Ну, топовая прожимка будет для тебя. Ну, у тебя сейчас отмщение, клятвы и таунт, да? Да, как раз на больших стаках тебе надо огрузки. Да. Вот как раз, да, вместо таунта ставь сальву. Уже, дичь, присуманьте сразу суман, кидайте. Кровавый взор, усилки распределяй. А, сейчас, ну, пробафают меня, и я это, ну, покидаю, чтобы 40 тысяч было. 100 закинь сразу. 150 усилков. Что тут неясного? Ты обратно хочешь на замену уйти? Я тыкаю, тыкаю. Через Shift по 10, через Ctrl по 100. Или не Shift? Да. Блин, вот Настя только где? Жужин что-то тоже с баном, пойми, из-за чего поймал. Пароль, скорее всего, ввел неправильно много раз. У меня до 20 минут. Сейчас уже должен зайти, по идее. А что с Настей? Зайдет. Кирка хорошая. Пришла другая сова. Пришла отличная сова. Как всегда, пирокарп с активацией. Не-не-не, это ну, сейчас пока перерыв. Просто вдруг что спросить, все непонятно, все, но... А что, кнопка не юзается, что ли? Да, у меня на нее бинды. А как этот символ называется? Символ спасения. Сейчас уточню. Да, нашелся. Суманить еще раз, а то пришлось отклонить. Женен, ТП аут из рейда. Шустренько. А там же маги еще, по-моему, резист могут повесить на танков, нет? То там, типа танчик будет. Незначительно. Очень мало. На 100. Лучше, чем вообще ничего. Минус 100 да. Урона, блядь. На том КД, по-моему, вешали на определенных танках. А чё, может быть, попросить кого-нибудь, чтобы за Настю зашли? Нет, на том КД я... Это... Она должна зайти? На том РТ я сказал, а пианист сказал повесить на танков. У кого-то апнутый был, там в талантах прокачан. Минус 375 с АПД, по-моему. Ну и хил тоже меньше. Ковать спина откуда? Отсюда. С робота. Блин, мне приехал. Алло, ты там в каком спеке будешь выравниваться с ними по триту быстрее? Да во фросте, наверное. Не в анхолике? Ну, анхолик на массу больше.
Ну, окей. Что там лужу в РДД камп кидаешь? Ты по прожимкам смотри магически. Это магический босс. Да там один купол вон холик, который совсем немножко дамаж... 22 тысячи поглощает. Его не реворкали, опять помойка, по-моему. Тут на роботе ДКшник будет только блат топовый. 4-4. По выживаемости. Еще с Аникси падает колечко на 30 резистов ко всему. Есть оно у меня. Но оно стамина слишком много жрет. Это 40 стамина хуйня. Да там не 40. Там а еще сокет 54. Да, хуйня. Косарь хп ради 30 саппорта, такое себе. Да плащи вторые убивать. Зачем? Чарки. Да изначально сопрота все и больше ничего не надо. Короче говоря, до 30 минут чаек, кофеек, покурить все дела, и чтоб уже все были тут, будем пулить. Год, это кто? Гильдии. Кават здесь? А? Так, ты мне подскажи, как вы его водите? Я всегда на сферах сидел. Никак. Танчим вот сейчас это. Танчим в основном где-то вот здесь, вот ближе ко входу. Первую фазу. Ну, он бежит либо налево, либо направо. Вторая фаза также танчим здесь, а рейд под жопой. И все. Мы не бегаем, ничего не делаем. Там, в принципе, я помню, как вы стояли. Там, один когда... отворачивает, а второй у ноги стоит. Смотри, там, самое собственно. Главное стоять по левую или по правую сторону от босса, чтобы когда он на тебя переагрился, чтобы ты сразу повернул его, чтобы он в рейд ничего не плюхнул. Ну да, там в рейд с одной стороны, танк с другой. Ну, обычно слева-справа два танка стоят по одному, и один танчит его, и когда забирает, сразу поворачиваешь, и танки меняются. И когда он на тебя прыгнет, ну то есть ты его переагришь, заберешь, самое главное, сразу стопай дамаг. Просто стопай. Даже лучше автоатаку убрать. Там побьешь секунд 5, не больше, потом просто эскейп и стоишь, прожимки отдаешь. Агро набрали другие. Другие скидывают там сальвами. Блин, это плохо, я бы себе поглот вешал. Сильно много набьешь агро, потом тяжелее будет тебя собрать, забрать. Тут главное сильно быстро много не отрываться от других танков. Не, в этом самая проблема. Я обычно просто эскейп прожимал там. Если с вашим ДДшник... набором, да, понятно. Ну если ДДшник подходит ко второму месту, там смотрю по обстановке, либо Т5 отдаю, могу сальву отдать. И стопает дальше. Чаще всего сальвы по кому-то из танков даем. Тут лучше стопнуть ДДшнику, чем лишние движения делать. Хотя, наверное, я все-таки в анхоле был. И смотри, когда босс тебя слетает, сразу начинаю его бить. Похрен. Вот забрали, с тебя переагрили, все, сразу начинаешь бить. Главное по Оману смотри. Да, по Оману смотри, чтобы не сорвать, когда у тебя на тебе еще стайки. Ты то есть контролируешь тычки, то есть ты смотришь, чтобы ты, допустим, там танчил Кават, ты хуяк там его обогнал, 5 стаков накопил, там следующий я, допустим, смотришь, там я ворвался, я первый, и ты подбиваешь, чтобы ты был второй. Ну, примерно так. По Оману всю эту хуйню. Да, тут главное держаться больше 100% агро, чтобы в любой момент можно было сорвать и забрать босса на себя, когда это надо. Если, допустим, большой отрыв сильно будет у некоторых танков, то придется на пол командовать. В того танка, которому надо догнать.
Чаще всего на пул отдаются, на ком уже нет стаков или подходят к концу стаки. Да, ну на кого нужно на босса включить. До этого лучше пусть когда не вешают на пол. Короче, твои глаза woman. Босс стоит на месте и танчит. Ну и прожимки. То есть по стакам ориентируйся. Первый стак не убивает. Второй, там, хуй знает, вроде тоже не должен. А вот когда начинается третий, четвертый, уже думает, типа, клык на третий, четвертый, на пятый-шестой уже должна отдаваться прожимка топовая. Это незыблемости 50 на 50 и ШВ и так далее. И пятый-шестой обычно должен танк уже забрать другой. Да, то есть там без вариантов. То есть уже когда кто-то забирает, уже, блядь, следующий танк уже прям должен на пятки наступать. Потому что если кто-то будет до 8 там стаков держать, там, блядь, вероятность, что танка проебем. Придется БР, блядь, отдавать, догонять, а это вообще гемор. Что почти нереально догнать. Ну, я вот догонял, как бы, с агронабором вара нормально. Ну, у нас два на пула, три. Ну что, долго ждать-то? Уже прошло 40 минут, как мы ждем. Ну, не знаю, звоните Насте. Рейд долго собирает, что поделать. Потому что я в это время всегда отхожу на 15 минут. Вы тоже будете меня, получается, ждать, да? Тоже будем. Куда деваться-то? У нас нету замен хилам? Есть. Кто? ДЦ-105? Нет. Ну, Т-5 нет, да. Ну, блин, ну не 40 минут, ну, ребят, ну извините уже. Чё ты предлагаешь? Ничего я не предлагаю. Что 24 человека сидят и ждут, блядь, ну чё это такое? Деорус, поставь шкаф. Я по барому до варан сибусь. Ну, жужжин зашел хорошо. Это вот получается Монород, Кават, Войд и Алоэ. То есть я, грубо говоря, смотрю по Омину, кто из них там опустился по агро, и на того кидаю на пол, да, по КД? Нет. А как? По команде. А, ну, грубо говоря, там скажут, ну, на пол, если, на Кавата. Если вдруг ты понимаешь, кто по очереди, кто без стаков, видишь эту хуйню. Не, стаки, наверное, не увижу. Ну вот, надо эту хуйню видеть. Отражение. Завтра я буду искать ДЦ и ХП. АРД будет сеть, неужели? ДЦ Лилуя, ёптвою мать. Тут просто надо на поле ну, того, на ком нет стаков. Понял, тогда по команде на следующий рейд. Тем более... У меня время на 2-3. На ФК и пул бафы сдаём. Кават, ты каски, я кулаком пропил. Кто пишет в ПМ, да. Красиво сделали. Поставил рыбу. Сова, стрисни, девка. Девка, уйди с рыбы. И еще один АФКшер. Так, это, я на замене сижу, вот, йотом. Я ДК оффну, просто на ТНК зайду. Я здесь в Дискорде, если что. Угу.
Дай ты БТА Локи. Кто шестой хил? Надо подумать. Подумайте. Начальство. Там уже все решено. Если Кирс, запихать его, пожалуйста, в пятую группу, а Мосу в четвертую. Спасибо. А что слово? Какая очередь для танков? Первый Кават, а там посмотрим. Да, Кават начинается, следующий, скорее всего, будет. Там Алоэ, по-моему, не в сети. Да, я вижу, Алоэ, ты в Дискорде, нет? А у него вечером вечно проблема с интернетом. Блин, ты 4Т4 будешь или 4Т5? Попробую 4Т4, там видно будет. Я не знаю, сейчас подстроимся, потому что другой сетап хилов. Наверное, подстроиться будет. Попробую 4Т5. Ты слова взрываешь, да? Я слева постою, ты два позрываешь, справа и центрально. Да, окей. Да, Кирс, хорошо. Попробуем так. По ситуации смотри. Я тоже она делает. А кто меньше по мане страдает из шести хилов из этих? Только. Сначала одного ждали, теперь другого ждем. Ребят, честно, мне ваше возмущение не интересно. У меня болит голова. Будете продолжать возмущаться, я распущу рейд, и все пойдут заниматься своими делами. Распускай. Давайте не будем страдать. Просто молча посидим. Да мне уходить надо, потом будете меня ждать. Подождем, ничего страшного, времени у нас дохерища. Ставь меня на замену Гевку Хила, и все супер будет. Тебе уже сейчас надо отойти? Да. Гевка, ты в хиле, женой инврейд. А свичнее лучше вот Мосу впаив. Пускай Гевка там без маны, без тотема побудет. Мосу покруче. Че, Фусяо не собирает там госпеки? Да у него есть там слабенький какой-то танкоспек. У него в Т4 ДК-шка, что там подробное, я не помню. Но не оси, он робота точно. Я не знаю, какой у него опыт там. Надо смотреть. Танки, которые танчат халеонов, речей. Удалил зря. Лучше бы ты сразу ДК удалял. ДК очень важный персонаж. Как-то.
танка. А у тебя что, хелфейн по пистону? На ДК. Белорус. Да не, я думал, ты типа риторический вопрос. Нихуя, давай говори, что там, есть пистон? Нет. Врёшь? Нет, нету у меня. А профы какие? Профы то, что надо. Ну типа алхимия, кожевка? Да, 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 да. Чарки есть? Чарок нет, надо нафармить. Ну, алхимия хотя бы типа 180 дает. Да, да, да. Блять, пистон заебись, надо тебе тоже. Тут две шмотки мне на локо падает, нахуй мне пистон. Ты какие шмотки, блять? Забудь про шмотки. А тем более у тебя шмотки эти мосса заберет. Сяо хорош, блядь. Ебать он там рофлит, сука. Не пиши больше никому, пусть умирают. Догадываются, что ты там не написал. Ебать, да ты так поржал, блядь, не очень активно, что там, походу, не такая охуенная шутка. Да там, я просто это, микрофон приглушил. В каком-то смысле, да, Даркис. Ну, нравится ждать, ждите, чё. У нас выбора нету. Танков у нас крепких точно нету. Я бы Делоруса поставил. Блять, у меня там 4-4, куда ты меня поставишь? Как раз, в самый раз, охуенный сет. Главное, воля мертвых есть. Пять стаков точно проживет. А агроя как буду набирать? Как, руника? Там Неликс будет вопить. Хелфейн, рак, агро набрать не может. Неликс, блять. Хуйня, Неликс. Не, я, конечно, могу там надеть выбор, типа, понял, этот не, волю, короче, такое. Там клык надо. Не, мой танк только на клыка может тут взять. Тебе надо его одевать, блин. В геру ходить пора. За пистоном тоже и за клыком. Клык с геры есть? Нет, обычный клык. У меня только с обычки все тренинги там. Сколько этих клыков падало, блядь, иди они все нахуй. Хуй пойми, всем понараздавали нахуй, теперь одного танка спека нету, блядь. Чё? Друина тебе? Там алоэ передал, у него, короче, комп завис. 5-7 минут, сейчас он его перезагружает. Ждем, что поделать-то? Тут видишь, в чем проблема, вот... Ну, хилы сейчас тут, ну-ка. Чик. Ну, хотя бы эти. Смотрите, какая проблема, что все танки в Т5, чтобы какой-то деф у них был, им что-то надо хуярить, прожимать. А когда они это прожимают, у них и агрон набирается, и прожимка дается, типа поглощения всякие. Вот, допустим, у Вара казнь тыкаешь, это одновременно и поглощение, и одновременно агра куча. А также у ФДКшника и у других там танков. У медведя того же. Он если тыкает у вещи, это куча агра, потому что там взмах идет. И одновременно деф вешается, плюс 10%. Это так-то не хуйня. В чем фишка? В том, что когда вешает тяжкий удар, после него сразу босс мили-атаку дает. И это самый критический момент. Даже, блядь, с тремя, с двумя стаками может захуярить. То есть, какие-то скиллы у хилов есть. Ну, допустим, щиток шамана, что тычка прошла, сразу отхиливает, вроде как. Он после магии прокает, и потом еще есть прыгучка эта. Бегушка эта ебущая у престов.
Чё ещё есть такое у хилов, что, блядь, отхиливает быстро, прям после тяжкого? Чтоб, ну там доли секунды, блядь, узнал. Ты имеешь в виду, нужны инстантовые отхил. Это Holy Priest, это Эрдру может кинуть. Быстрое восстановление там, вот. Там, игру. Понимаешь, это понятно. Ну, то есть, ну вы понимаете, то есть имейте в виду, что вот именно каст идет, тяжкий удар, все, всю хуйню кидайте в танк, в которого идет каст. Потому что там именно критические. Особенно это вот, ну, вар. Да, мгновенный урон, это лягушка преста, это быстрое восстановление эрдру, и да, это щит шамана. Собственно говоря, больше особо ничего такого тебе не даст. Да, то есть самые. Еще у Холи преста есть дух, который спасет, ну, тебя дух от смерти. Это есть совсем пиздарики, но он редкий. Дух это есть раз символ. Есть символ, его вешают. Если символ берутся, там получается, если он не прокнул, если не убило, типа, то он минуту кдешится. А так он вроде 3 минуты. Не, по-моему, на минуту. Да, когда 3 минуты. Да. Вот. Классики. По-моему, на минуту меньше. 2 минуты. Быстрое восстановление. Нет, минуту. Быстрое восстановление, дело в том, что. Ну, это после получения урона, я понимаю, да. То есть единственное, что тебя может спасти, это получается либо превентивное воздействие, либо жаба. Да. То есть щиток шамана обязательно действующим. И вот эту. Да, и молитва. Именно в каст. То есть он кастует, не бьет, и вот эту, ну, хуету надо. Молитва, причем желательно элбриловская, потому что моя слабее. Ну. Колодец хилит сразу после получения урона, не заранее. Жаба восстанавливает, это молитва восстановления, она восстанавливает сразу при получении урона, мгновенно. А колодец после. Да, то есть вот именно фишка в этом. Вот, сука, они же не стакаются вроде еще как, да? Две молитвы нельзя кинуть. Пиздец. Если я кину сверху на молитву Элдрила, то перебьет. У нас будет одна молитва на рейде, а не две. Моя последняя. Ну тебе смотри, они же смарт-хилки, она, допустим, прыгает, то дамаг получает. Она прокает, допустим, от вот этот знак, или что он там, по 7000 там бьет. Она от любой хуйни прокает. Это вообще заявись. По-моему, вот это. Единственное, от чего она не прокает, сейчас. Ребят, с компом проблема будет. Все, зашел. Ну, зашел. Все нормализовалось? Да. По-моему, она не прокает графу. Только при. Да, перед синдрой вот эти два дракона, они дамажат, она не прокает. А рыбка Баул. Во всех других случаях она прокает. Кто товаровских на хп крик давал апнутый. На 500 хп. Ау, спасибо. По танкам, кого бьют тяжелым ударом, можете колодец прожимать, он у вас 3 раза тикнет. По там примерно 8к где-то будет хилить. И плюс с автоматом еще может хилить. И еще по танкам, если можно будет, напишите куда-нибудь в охлудилку ваши дебафы от прожимок, чтобы можно было их в луду забить, чтобы я видел, кто прожался, кого не закидывать сейвом-то. Это нормально как бы. Может, рыбу баф? Еще поставьте, у кого есть. Баф или дебаф, что на вас там появляется, там дубовая кожа и у паладина, что там у кого. Какие прожимки есть, которые сейвят его, чтобы можно было видеть. У друида дубовой кожи иступление, у вара. Нет, мне нужно будет именно, как она точно, заглавная буква, не заглавная, чтобы это было именно точно. Иначе он не будет работать. Сейчас, грубо говоря, поэтому потом. Входной день как-нибудь. Варлоков попросить эти огурцы поставить на всякий случай. У паладина как там? Чё там, блядь? Глань? А, божественная... БЗ. Божественная защита, что ли? Нет. Божественная защита. Ну, божественная защита вроде. Да. Иступление. У тебя 4, ты 5. 20% срезает, нет? Почитай там.
Ну, у ярости Урсока есть КД? Ну, сколько КД у нее? Рычи на баф утул. Сантей, танки, не забывайте анонсить, кому сдать сакру, это важно. На позицию вставайте, пул по отсчету. А какие бутылки все пьют? Сапрот. Первый коват. Да, ничего не пульте. Квадрат-то отойдите. Забирайте из танков. Сейчас монород. 8 стаков. НЖБР ковато. Можно сразу упасть. Зачем повторяем пол. Там еще минус 2, даже минус 3. Падайте, падайте. Да. Вот этот с пула на пол не давайте. Тут а он откатит. И, блядь, я еще раз говорю по-русски. Не надо на пол давать с пула. Лишнее агро. Там надо, чтобы его догнали. Надо, блядь, до перезарядки забрать с тебя. Да это вряд ли. Алю, спасибо, да. Сейчас заберем. Да нет, нормально я держал, у меня прожимок дофига было. Главное, вот, чтоб когда он там встал, на нем урон повышен, чтоб вот в этот момент кто-то... Но я могу на этот момент еще полтост прожать. Ну, СС, я думаю, 4 танка. Как бы других не стоит давать. Другим кому-то. Потому что он больше набрал. Берсус дал монороду? А чё, ревностного не будешь? Пошёл до этого. Ты берсу выставляй на перезарядку, сейчас я попробую быть вторым. С пула ничего не отдавайте, только когда я скажу, наполивайте.
У вас же там есть возможность тыкнуть на кого-то и дать на пол, типа не по таргету, а таргет. Кровавый, mm-hmm. Конник. Вообще на баф и пул. Конника не сорвешь. Не сорвешь ты ничего с эскалатора. Два вара какие-то кричат на хп. Кричи, пожалуйста, тот, который апнут. О, спасибо. А, это редвар. Пускай кричит. Слушайте, сейчас танки встать. Где будете стоять, я заранее колодец один поставлю, чтобы второй откатился туда, где будете держать босса. Сначала до второй фазы будем здесь держать, вот где звездочка прыгает, потом ближе ко входу. Коника, а твой скилл вот это, по-моему, ложный выпад или как снижает так? Очень мало. Локи и СС раскидали на кого-то или еще не делали? На всех. Ну вы между собой это или там хилы, танки? На танках все. Отлично. Пул по отсчету. Кават, разверни его мордой в центр. Ага. Давайте нам Монорота на пол. Все. Отлично. Следующий на пол на Алоя. Народ, стоп, не бей. Зарядка пошла. По Монороту сальву вага. На пул на алоэ. Алоэ, верни сразу. Отлично. Следующий на пул на Войда. Локи поскидывайте, если есть. Ой, вот ворот. Сразу стопнул, обгоняй кого-то. Галерус. Беги. Собрал, да? Угу. Отлично. На Монорота на пол. Поддержки Иннер. Следующий на пул на алоэ. Бежали. Так. Алоэ, набирай.
Жена НБР. А нет, все вижу. ССФ. Бафы понаруж. Опа, Элой, не бей. Давай ты кого. На кого-то на пол. Алоэ сейчас крылок дам. Сальву отдал по алоэ. Ага. Все. Да там. На Войда на пол сейчас. Сакру отдаю по тебе ковать сразу же. Войд забрал. Забрал, забыстрал. Кто по его просто? Кто по сразу? Че, бежим? Да. Хильтеп. Коваться нормально с такой. 37 секунд. Этот. Давай. Все на пол на алоэ. Все на пол на алоэ. Давай, давай. На меня, ладно. Отдал шивы. Я на тебя сакру накинул. Отлично, отлично. Остальные на полу в меня. Да, сейчас у кого-то. Кават, пока не танчишь, отдавай щиток по танк. Я вот на войду кидаю периодически. Зарядка. Осторожно, сфера. Там сфера. Не взорвите ее. 5 секунд еще, не взорвите. 2 секунды. Отбеги от нее, куда ты бежишь, блядь, ебан! Хильтесь. Это ГП, короче. Неликс, ты пробуем. Угораешь. Мосы. Ладно, все, падаем, нахуй. Такое ощущение, как будто специально, нахуй. Да он в чат просто писал и отвлекся. Мы за 3 перефазы бы не перевели его. Вы процентаж смотрите, нет? Какой тогда нахуй? Можно вайпнуть. Какой нахуй 71%. Как кого это ебет, блять? Тут берсы нету. Какая перефаза? Нахуй ты на сферу бежишь, сука. 2 стака на рейде 200%, третий стак 300%, блять. Нахуй ты на сферу бежишь, блядь. Я, наверное, в чат писал. Нахуй ты в чат пишешь, зачем? Сука. Не беги на сферу, блядь. Босса берсы нету. Можно бить его до посинения. Пиздец ты, сука, рофил, блядь. Не беги на сферу больше, ладно? Ты, наверное, не слышишь, что я тебе сказал? Я тебе говорю, на сферу не беги. И я в чат говорю, не пиши. Чат писал. Да нахуй ты пишешь-то на пуле, блядь, в чат. Давай все будем писать. Чё за хуйня-то, блядь? Давайте мы не будем ругаться, будем просто внимать бить босса. Не отвлекаться на всякую хуйню. Так, давайте меня на замену и всё. Какая замена? Ты что придумываешь? Зачем япончику ГП? Гевка, япончику убирай. Я не умирал от сферы. Там Даэдра рядом была. Да, это была Даэдра. Смысл в том, что сфера первый побежал и взорвал Неликс. Только ему сотку, все. Не надо никаких лишних начислений делать. Я обижал сферу. И умер одним из последних. Да не важно, умер, не умер. Блять, монород не кусает за... этой хуйни. Да, монород не стоит. Легкий босс, все убьем. Просто повнимательней. Для тех, кто может забыл, где категория, смотрим, где баф. Две сферки хлопнули, там два стака висит. Прочитайте разок. Третий хлопок, при том, что те дебафы не спали. Это ваншот, блять, кого-то в рейде. Да, это все ткань ваншот, грубо говоря.
еще момент один, немножко на перифазе, когда он стоит, мы на танке располагаемся неправильно. Кто-то срывает и в мили-кемпе, и потом начинает милики бегать, теряет. Давайте как-то обозначим там левая нога милики, правая нога танки, например, которые будут срывать. Не беспокойся, это все по ситуации. Ну, эти игры теряют, потому что ДПС сейчас, я видел все милики на перифазе. Что там особо никто не потеряет. Че на баф и пул? Все делаем точно так же. Хват, подойди обратно, я тебя вижу. Полина, народ, хватит. Че вы делаете? У нас получилось будет. Гевка, успокойся. Сферу взрывает первый игрок, который в нее врезался. Я стою вне рейда и вижу, кто что делал. Я скажу, если что, кому начислить ГП. Фул по отсчету. СС-ов процессоры скидайте по танкам. На пулу, на алоэ. Следующий на монороту. Ой, а вот так по возможности одновременно не взрывайте, так могут люди умереть. Топай, монород, сразу. Отдал сальву сакру, монород. Антил. Рано. Антил резист. Наводи на пулю. Направо, разворот. Стопнул. Давай кават набирай. На кавата на пулу следующий. Крик на хп, по-моему, сети. Рыбар где? А, нет, есть. И многие еще у нас. Набираешь? Анпил. Алекс, аккуратно. Так, капля есть у тебя, монор, это кават? КД. Сдал ШВ. Давайте, на пульте, давайте, кого? На алоэ, на пульте. Блять. Чё-то сделаете, сука. Как либо я алоэ там. Меня зафризило. Так, ну ты потихоньку заберешь. Я на него мешалку дам. Ну, пока не надо, пускай. Нет. На нем. Ага. Следующий на пулы на монороту.
Следующий кто забирает? Так, сейчас посмотрим. Собрал. Я следующий. После Монорота войт. Монорот столкнет. Сальвы по Монороту отдал. Блядь, я тоже. Войт сейчас заберешь. Забрал. Поддержки Иннер, Неликс, аккуратно, агро. Стопнул сразу, кого? Мне еще 20 секунд. Алоэ, на алоэ все на пулы следующие. Набирай алоэ изо всех сил. Хорошенько захилил. На алоэ, отлично. Капли. Следующий капли. Не дал, алоэ забрал. Это види. Беги, алоэ. На кого-то сейчас напал? Да. Кто СС не раскидал, раскидайте алоэ и монород под СС. Что-то в... Не бей алоэ сейчас. Я вообще не. Мешал, куда мы сейчас? Можешь давать уже. Неликс, тучка, тень, вот тень. Или стопай нахуй. Блять, да хуя на нем. На алоэ внимание обратите, зубы или какую-то хуйню сейчас. Не зубы отдал. Еще. Ага, все. Крала больше не будет. Так, следующий. Сфера. На сферу не бежать. 5 секунд, 4. Внимательно смотрим. 2. Может хлопнуть. Ух, как меня хлопает под 800. Следующий пасековать кто? Войк. Я буду. Так, сразу Монорота и алоэ. На Монорота на пол. Все, хорошенько, хильте сильно вы. Так, дал тебе. Так, рано. На Монорота сильно на пол. Монорот сорвет сейчас. Давай, Монорот. Отлично. Кавад без так? Еще одна подзарядка. 25. База. Беги к обходу. В смысле, подзарядок больше не будет? Все, все, база. Беги его, там танчик, где вы там его держите, ухода и беги. Так, на алоэ все на пулу сейчас. К обходу. Туда, к квадрату, за квадрат. Нелли. Бес, я тебя его пускай набираю. Женой Монорота, Энжин Эликса. Там СС вроде был, нет? Был, встал, заново придется резать. Девка, алоэ. Женой Монорота. Что-то спрохило. Так, следующий Якова, стоп. Монорот встал и умер, хуёво встал, еще раз придется решать. Сфера в рейд, сфера в рейд заходит. Я выведу. Скажите, как лопнуть. Лопай. Лопнул. Забрал. Мосы поднимай, дыр-дыр. Бэры у кого еще есть? Сильно хильти войду сейчас. Ой, мы с тобой вдвоем отходим. Так, у тебя деф есть? Да, капля через 20 секунд. Это шо какой-то, да? Это все, короче. ДДшки вон стоят в луже прям, похуй, не двигаются. Вот смотрю на это, мне плохо уже.
Если вы не в курсе, во второй фазе сферы оставляют void-зоны. В них как бы стоять не стоит. Подальше босса, наверное, завести надо, ближе к воротам сюда, в какую-то сторону. Не знаю, лопали же нормально раньше. Не доходило до этого. Это я проебался, блядь, и забылся нахуй. И сфера подошла, блядь, когда ты нахуй. Все. А что вопросы есть? Было? На втором стаке сдох от тяжко вообще прохило. У тебя, да, тебя не хилили, что очень долго. Ну, я говорю, тут БДК лучше, тут воля мертвых решает. Потому что при перефазе умерло 2 хила, осталось 3. 4 вместо 6. Ясно. И еще кто-то ливнул с рейда. Скажите, кто это был, блядь? Я. Меня Че? Выкинуло. А. Отстать. Ну, народ встает, у него 5% хп, и тут же самый удар, его даже захилить не переключится. Ясное дело, блядь, там АВЕ это. Поэтому вставать нужно сразу после того, как он топнул, и сразу же вставать и прожиматься чем-нибудь.